Так, Златик, давай. Что-то новенькое. Поступил? О, скажи, там что-то. Так, тише в домике. Златик, а дальше ты полезешь? Вот так вот, все что ли? Так, Тишка, подруга твоя пришла. Давайте стул изучайте. Следующее гнездышко. Тишка, что не решаешься-то? Так, где все это? О, Степочка, смотри, Степ. Что-то новенькое. Ну, Злата уже не новенькая у нас. Степ, ты еще не понял, что это столб? Давай, изучай. Там Злата, там неинтересно, ты ее уже 100 раз видел. Злата все отвлекает. Степик, карабкайся наверх. Там полочка, давай. Так, молодец, молодец. Темно, правда, там, ну ладно. Давай, скарабкаешься. Сразу из Златки стало интересно. Ой, молодец, Степик. Ну все, царь горы. Следующий прыжок будет на телевизор, вообще не надо. Так, сейчас я отключу. Это Митька еще не знает, что новая высота появилась. Златка, давай тоже карабкайся. Да решайся. Ну все, Степа устроился. Степа, все хорошо. Степик, Золотун, давай я тебя подсажу к Степе. Ты не возмущайся, давай. Да давай, держись, ой. Да держись. Все, там тупик. За что Степа-то получил? Надо туда прыгать, Златик. Так вот, еще отметелила. Спрыгнула.